Администрация Октябрьского района Самары напоминает, что для всех жителей района работает автобус здоровья. Сегодня в очередной раз автобус доставил желающих в Центр здоровья при городской больнице номер 4, где они прошли профосмотр, получили результаты скрининговых обследований и рекомендации врача-терапевта. Пациенты могут обращаться в отдел по работе с населением и общественными объединениями по телефону, указанному на экране. Администрация железнодорожного района Самары рассказывает о том, как в реабилитационном центре прошел областной личный чемпионат по настольному теннису «Спорт слепых». Спортсмены-тренеры по месту жительства заняли призовые места. Анатолий Стасенец – третье место среди мужчин, Марина Власкина – третье место среди женщин. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет ветерана труда федерального значения Наталью Евгеньевну Бурову с 90-летним юбилеем. За плечами у Натальи Евгеньевны 53 года научно-педагогического стажа. За время трудовой деятельности Наталья Евгеньевна неоднократно выступала с научными докладами на республиканских, всесоюзных и международных научных конференциях. Опубликовала 72 научные работы по лексике и фразеологии русского языка. Наталья Евгеньевна являлась руководителем более 163 курсовых студенческих работ и 72 дипломов, из которых 67 были защищены на отлично и отмечены как высокий научный уровень. Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям.